Горки официально уступили у европейскую сетку «Здоровые города» сусветной организации «Аховы здоровья». Это первый опыт на Беларуси. Проект предугледжуя больше пильно звернуть увагу людей на их лад життя. Справа у тем, что у Беларуси на лечение хроничных захворываний уходит до 80% сродков, что накированы на медицинскую допомогу. Причем хроничные захворывания растут именовито за поводин человека. Сярод семи факторов рызыки – алкоголизм, курение, высокий кровяный тиск, лишняя вага, неправильное харчевание. Вось тут и треба переломить менталитет, каб люди звернули увагу на профилактику. Город Горки станет моделью для остальных населенных пунктов. Прежде всего, необходимо проинформировать людей о том, что здорово, о том, что вредно. А дальше люди должны решать самостоятельно, изменить свои отношения в отношении питания или в отношении физической активности. То есть наша первоочередная задача – это проинформировать людей.